В Ивановском зоопарке счастливое событие. Пара яков по кличке Яша и Яшма дали первое совместное потомство. Подходить близко к детенышу не рекомендуется. Испугавшись человека, он может побежать и пораниться. Питаться травой маленький як начнет только через несколько недель. Пока что в рационе только молоко матери. Пол дикого зверя еще не определили, поэтому и кличку придумывать рано. Маленький як родился в понедельник утром в 6 утра. Роды мы не принимали, потому что, по сути, это не требуется. Животное дикое, они все умеют сами. Осложнений не было. Теленок родился здоровым. Мама сразу за ним начала ухаживать, кормит. Отходит от него только на время кормления. Другой детеныш чуть больше месяца назад появился и у пары пятнистых оленей. За это время он подрос и освоился. Вместо молока матери в меню трава и веточки. Остаться с родителями, увы, не получится. Через несколько месяцев олененок покинет Ивановский зоопарк. Причина тому – отсутствие дополнительного вольера. Уже сейчас сотрудники подыскивают ему новый дом. Это второй олененок в нашем зоопарке. Ему уже полтора месяца. И он только вот начал выходить к посетителям. Это мальчик. Родители зовут Герман и Гертруда, они к нам приехали из зоопарка Лимпопо, Нижний Новгород, их нам подарили несколько лет назад. И вот они у нас второй год удачно размножаются. Посетить Ивановский зоопарк могут и взрослые, и дети. Для обладателей животных фамилий Орловых, Волковых, Комаровых и других входной билет со скидкой. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.